Установлено, что один из участников религиозной экстремистской ячейки через интернет поддерживал связь с членами международной террористической организации ИГИЛ. В его планах было покинуть страну и выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию. Для этого он получил необходимые инструкции по переправке. В результате проведенных оперативных мероприятий по адресу проживания преступников обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 205 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации.